Друзья, всем привет! Приехал на пляж, где вон подводная лодка, где у нас рубка стоит с семьей, снеговика лепим, я хожу копаю. Ходячку рупль нашел, несколько мусора всплыло и заколку такую с вишенками. Что-то такое выкопал, то ли сережка, то ли браслет было, не пойму, сейчас посмотрим. По-моему, бижутерия какая-то. Заберем, посмотрим. А, ну вот сережка была, вот здесь крепление, видимо, такая большая висела. Ну, мне кажется, бижутерия. Хотя надо смотреть. Сейчас согнутая какая-то. Только выключился. Еще находка, какая-то иностранная монета. Сразу видно, что не наша. Какой-то мужик портрет. Один. 2021 года. Блин, отражается. Ничего не видно. А, это турки, вон, знак. Месяц со звездой. Турецкая монета. Нормально, берем. Такие находки я люблю. Для разнообразия. Не ходячки копать, не совета. Что-то большое железное, скорее всего. Наверное, глубоко. Не дорыться. Здесь под песком пленка дренажная. Ну, видно, чтобы ничего не росло на пляже. Стелили. Вот я до нее копаю. Если сигнал под ней, то уже ни руни копаю, не трогаю пленку эту. В общем, в ролике у меня, наверное, опять из нескольких выходов будет. Потому что находок особо нет, да и копаю там часа по полтора. По два, может даже меньше. Семью ездил. В общем, сегодня с Троицка приехали. Блин, все падает. Ну, Арина, это надо выкинуть, железку. Сейчас выкинем. В общем, прошел, 50 копеек нашел. Фольги чуть мусора. Ну, вот замочек попался от цепочки, скорее всего. Наверное, серебряный. Оно так окисляется. Забираем. Хожу, копаю. В общем, монеты попадаются. Их даже не снимаю. Ходячки, там советы вроде даже есть. Больше ничего такого интересного нету. Здесь кто-то приезжал, ходил, вот сколько ям поставлял. Я здесь когда ходил, вот там свои ямки все закопал. А это вот, наверное, где-то вчерашнее, наверное. Может, позавчерашнее. Ну, кто здесь уже ходил. Вот, все в ямах. Добивали за мной. Ну, это место уже сколько лет добивают. Что-нибудь попадается. Железо куча, все фонит. Сейчас тут еще где спуск, где пляж немножко похожу. И будем домой собираться. Вода подступает. Еще, наверное, неделя осталась. Все затопит. В общем, на всех частотах тут прошелся. Еще пару монет попалось, куча фольги. Маленький грузил на 50 частоте накопал. Сейчас уже мои должны прийти из зоопарка. И домой поедем. В общем, за два выхода находки сниму. Вчера ездили там, где подводная лодка. Думал, сережку выкопал. Дом приехал, помыл. Это от очков оправа кусок. Ну, сейчас дома все засниму, покажу. В общем, столько мусора нарыл. Сейчас все это выкину. Табличка какая-то, то ли от велосипеда, то ли от чего было. Много монет, много мусора. Много мусок и много. Немножко свинца. Да, и ракушку даже нашли. Немного свинца. В основном мусор. Пожалуйста. Чтобы не потерял. Вроде все. Оп, еще монеты высыпались. Мусор. И вон монета. Еще одна макетка. Вон папе руку высыпались. Была лавочка.
Хорошо удавалочку сделали, да? Ну, в общем, вот такие вот находки. Сейчас вот дом отмою и все покажу. Все маленькие и большие. Папа, что ты маленькие и большие нашел? Ну, какие попались, Ириш. Вот так по находкам получилось двух выездов. Свинца накопал, забрал на свинец. Ульки свинцовые грузила. Такую штучку нашел, наверное, от Сережки замочек. Камера не фокусирует. О. Ну, я так думаю, что замок Сережки, ну, не серебро какое-то, сплав медицинский. Ельцинский 50 копеек, рубль ельцинский 50 рублей. 3 рубля ходячками и 1 лир турецкий. Вроде лира или какие-то там деньги. Иностранная монет приятно ходить. Нечастая находка. Так, вот это выкопал. В песке все это было, подумал, сережка какая-нибудь большая к уху цеплялась. Думал, это какой-то камушек или украшение. Вот, а дом уже отмыл, понял, это душка от очков. В общем, на мусор. Вот, и второй раз съездил, столько свинца набрал. Тоже пулики всякие, грузило. Замочек. Цепочки нашел, думал, что это серебро, потому что такого цвета в воде темнеет. Ну, мне кажется, что это не серебро, а бижутерия какая-то. Вот, и по монетам ходячки. Две монеты по 2 рубля, 2 по рублю, 2 по 50 копеек, 4 чирика и совета. 10 копеек рамочник, 15 копеек щитовик 55-го года, ну, убитые все. А и 2 копейки там 40-х, вроде 30-х годов. Ну, вот в лимонке даже подержал, все как алик. Ну, вот так вот. По находкам. Сегодня с ребятами ездили тоже по пляжам, по водохранилищам. Сейчас как раз тоже видео буду делать. Там вот такое вот попалось. У Лехи тоже там серебро царское есть. В общем, все будет в следующем видео. Ждите.